Привет, меня зовут Наталья, и я полгода преподаю английский язык в онлайн-школе Skyeng. Еще я учусь на 4-м курсе в педагогическом и при этом зарабатываю деньги. Большим плюсом Skyeng является то, что я могу сама выстраивать свое расписание и совмещать учебу, работу и личную жизнь. Мне очень нравится это чувство, когда я понимаю, что мне удалось замотивировать учеников и способствовать их прогрессу. После окончания университета я планирую много путешествовать и при этом не бросать свою работу, ведь все мои ученики всегда будут со мной в моем ноутбуке. Еще одним плюсом является постоянная поддержка со стороны методистов и возможность прокачивать свои навыки и становиться лучше как профессионал. В отличие от групповых занятий, индивидуальные занятия позволяют лучше узнать учеников, больше с ними общаться, получать от них фидбэк о своей работе. Очень здорово, когда твои ученики с разных концов света, с Майами, с Ирландии, с Владивостока. И когда они разных профессий, ты можешь узнавать сам что-то новое и становиться лучше. Например, одна из моих учениц является режиссером, и общение с ней меня очень вдохновляет. В будущем я тоже хочу получить второе высшее образование и быть режиссером, и при этом продолжать преподавать английский. Если вы так же, как и я, обучаетесь на последних курсах университета, хотите преподавать английский онлайн, то попробуйте Skyeng.